А причина неудач в космической отрасли заключается в том, что не тот человек управит балом. Как известно, господин Поповкин с его секретаршей, которая, в общем-то, девушка такого легкого поведения, в общем-то, работает по сценарию Сердюкова. И все это знают, кроме нашего, так сказать, нашего великого правительства. Поэтому следует обратить внимание на тех людей, которых мы ставим во главу такой ответственной отрасли. Я считаю, что рыба гниет с головы. И если все-таки прислушиваться к мнению народа, вся отрасль прекрасно знает, что человек незаслуженно занимает это место, что он призван с целью, развалить отрасль. Поэтому, собственно говоря, начните оттуда, и все будет хорошо. Ничего не будет падать, я вас уверяю.